1% европейского ВВП может быть потрачен на меры стимулирования экономического роста. Такое предложение озвучили в Риме участники мини-саммита четырехсторонней встречи лидеров Германии, Франции, Испании и Италии. 1% – это примерно 130 миллиардов евро. Участники встречи подчеркнули, что намерены отойти от политики экономии ради экономии и перейти к стимулированию ради спасения еврозоны. Мы признаем, что нам нужно послать сигнал. Сигнал сплоченности, согласованности, достойной совместной работы, сигнал солидарности. И мне кажется, сегодня нам это удалось. Тем не менее, меры контроля никуда не денутся. Об их важности говорила канцлер Германии Ангела Меркель. С ее именем, по большому счету, и связывают нынешние сокращения и урезания. Если я даю денег банку, испанскому или какому другому, я не хочу сейчас зацикливаться на Испании, то при этом не могу ставить ему условия сделать то или это, потому что я канцлер Германии, у меня нет такой власти, я могу делать так только со своими банками. Перед нами стоит проблема огромных масштабов, и решать эту проблему в одиночку я не хочу. Фактически мини-саммит был сверкой часов накануне саммита ЕС на следующей неделе. От него ожидают больших свершений, в том числе простые европейцы. В Риме активисты выкатили на улицы пустые продуктовые тележки, выкрикивая лозунг «Мы не хотим выплачивать ваши долги».